Уважаемые педагоги, сейчас мы вам представим зарисовки школьной жизни, ожидания и реальность. Сцена первая. Опоздание на урок. Ожидание учителя. Доброе утро всем. Присаживаемся. Начинаем урок чтения. Записываем число. Класс на работу. Оксана Геннадьевна, извините за опоздание. Можно присесть? Конечно, проходи. Здравствуйте. Спасибо. Так, продолжаем. Реальность. Ребята, кто хочет выполнить домашнее задание на доске? Подождите, подождите. Какое домашнее задание сегодня задали? Ой, подождите, подождите. Да чего вы у меня молодцы, всегда горжусь вами. Реальность. Кто пойдет выполнять домашнее задание к доске? Ребята, а что сегодня задали вам? Скажите, пожалуйста. Максим, что задали? Марин, что задали? Да. Вы что, не знаете, что вам задали? Ребята! Безобразие. Так не должно быть. Сцена третья. Класс в отсутствии учителя. Ожидание. Здравствуйте, ребята. Тема сегодняшнего урока – Полтавская битва. Открываем тетрадь и записываем тему урока. Сейчас, секундочку. Да, Андрей Викторович, здравствуйте. Хорошо, я сейчас буду. Ребята, мне срочно нужно подойти к директору. На вас можно положиться? Да. Все будет хорошо? Конечно. Отлично. Хорошо. Записываем тему урока. Буду через 5 минут. Реальность. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – Полтавская битва. Открываем тетради, записываем число и тему урока. Секундочку. Да, Андрей Викторович, здравствуйте. Хорошо, я сейчас подойду. Ребята, мне нужно срочно подойти к директору. На вас можно положиться? Да. Все будет хорошо? Да. Я буду через 5 минут. Окей. We'll be right back.
Сцена четвертая. Контрольная работа. Ожидание. Так, ребята, сегодня у нас контрольная работа. Тетради. Перед вами задание в тетради. Открыли, пишем. Реальность. Так, ребята, сегодня у нас с вами контрольная работа. Тетради вам выданы. Кто какой вариант пишет, написано на доске. Открываем тетради, записываем число, контрольная работа. Мариночка, тебе что, плохо? Да. А что у тебя? Живот. Может, тебя на медпункт отправить? Может. Ребят, кто-то проводит Марину? Проводите, пожалуйста, Марину до медпункта. Аккуратненько там, через дорогу. Марин, скажи, чтобы врач позвонила, что с тобой. Хорошо. Сцена пятая. Как класс понимает учителя. Ожидание. Здравствуйте, ребята. Садитесь. Тема сегодняшнего урока – пошив постельного белья. Реальность. Тема сегодняшнего урока – пошив постельного белья. Вам понятно? Нет. Как так? Тема урока – композиция из двух столярных соединений. Вам понятно? Нет. Спасибо всем, кто верил в каждого из нас. В отличника. В хулигана. В тихонного и прогульщика. Сегодня мы искренне рады отправиться в новое испытание.
Спасибо вам за каждое доброе слово. За ваш труд. За знание, которое мы получили. За вашу любовь. Здоровье. Богатство. Счастье. Удачи.